ребята, всем привет, мы приехали на Мальдивы. И, короче, с нами едет Афоня, он забыл чемодан в аэропорту, мы его так заныкали. Сначала его забыла Ида. Сначала Ида забыла, потом Афоня, то есть детский, реально детский сад, позабывали все вещи. Прилетели командой блогеров, сейчас заходим на яхту Мальдивиана. Все подробности узнаете чуть попозже. Это на этой, да, яхте Тимати вроде катался? Он до сих пор там. Андрюх, можно матом? Раскачаем эту шлюпку, якорь тебе в жопу. Как тебя пропустили с вином? У меня еще пара бутылок. Серьезно? Бля, не пить мой контент. There must be some kind of way out of here. Подъезжаем к нашей лодке, блядь. Welcome drink. О, вообще, вот это круто. Thank you. Вот это самый огонь, что можно было сделать. В общем, на этой яхте есть супер люкс номера и просто люкс, да? И просто крутые. И сейчас мы будем рандомом разыгрывать жеребьевкой. Я надеюсь, я выиграю. Я всегда выигрываю в таких темах. Два, три. Четыре, пять. Подожди, ну а кому ты достаешься? Все, стой, 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 не поднимайте. Не, руки вот так кладите. Готовы? Готовы? Раз, два, три. Король. Yeah. А что? Огонь, огонь. Я пойду свой суперлюк. Да. Блядь, давай. Второй, наверное, я не знаю. Но значит, а сколько здесь номеров? Третий? Maybe one. Вот такой у нас номер. Балкон. Ой, чесночком пахнет здесь. Они уже готовят нам что-то чесночком. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Победитель получает 500 очков, которые может использовать в финальной игре, где будет хороший приз, дорогой. Ну что, сучки, игры закончили? По 20. Давайте. А можно узнавать тебя, кто из вас принесет тебя без вас? Ну, флеш бьет. I felt pressure, don't wanna see the numbers. I wanna see heaven, you say could you write a song for me. I say I'm sorry. Я должен поддержать. Вот, она сразу рейс. Либо ты можешь бросить. Ты можешь бросить. Так, 600 часов, все, я чек. Короче, играю первый раз в покер и на серьезные темы. И вот такая тема. Сука, у него туз. Я выиграл! Ой-ой-ой! На яхте Мальдивы выиграл в покер. Ну что, are you ready? Абсолютно! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Ты как Янго зашел, блин. Да? Это 2375 выпуск Трансформат. Фу. Поехали! В общем, ребят, смотрите, мы приехали на очень крутой остров. Там есть классный отель. И сейчас мы сделаем вам крутейший обзор этого отеля. Покажем все, какие активности там есть. Ребят, давайте раскачаем эту лодку. Отношение будет по популярности, да? Ты что, знаешь, он так мимо проводит и куда-нибудь там в палатку шалаш заводит. Да ладно, массаж? Воу. Это комплимент, короче, массаж. Дим, ну чё? Пропаганда лакшери. Что, мы снова на Мальдивах?
You know I love my lady. Здесь ворота как будто вилла, да? О, кокос поднимается, смотри. Ух ты. Боже, как же я люблю Мальдивы. Ух ты. Круто. Смотри, какая ванна. Вау. Здесь целый спа-комплекс. If you like pina coladas, getting caught in the rain. Вообще, ребят, у нас все включено. В холодильничке все стоит. 15 градусов. Мишка, смотри, холодненькая. Сегодня все нажрутся. Я не знаю, круто это или нет, но Wi-Fi есть абсолютно везде, в любой точке острова. Но из-за того, что вы будете залипать в телефоне, вы просто не сможете посмотреть на такую красоту. О, смотрите, кто это? Геккон? Круто. Вот это шикар. Дос. Ребята, первым, что надо сделать на Мальдивах, это, конечно же, искупаться. Вода просто шикарно теплая. Тимур, тащи шампанское сюда. Сам, пожалуйста, какого-нибудь сексуального парня мне. В смысле? Тут два. Нет, нет, реально сексуального. Так, там Настя что-то кричит. Настя, это не то, что ты думаешь, это намного лучше. А можно я перелечу через Афоню? Давай, Афоня. Но я приземлюсь там, где надо, ребят. Сейчас Афоня Кригет покажет сейчас вам гуся. Сейчас я перепрыгну через гуся. Давай, ты на него должен упасть. Вау! Первая команда идет сейчас на пляж, соревнуется на каяках. Победитель получает фишку. Вторая команда... 500 фишек. Вторая команда идет делать с шеф-поваром отеля супер вкусные коктейли. Ты идешь туда. Я походу к шеф-повару, да. А потом ребята, кто гоняли на каяках, пойдут дегустировать коктейли. О, и победитель получит фишку. Это что у тебя мохнатый такой? Не брею. Подожди, я не прибилась еще. Короче. Итак, сейчас у нас будет первое испытание. Нужно будет как можно быстрее проплыть на вот этом каяке. Который пытается снять Афоня. Вот так. Я готов. Афоня первый. На счет три давай. Раз, два, три. Погнал. Со стороны всегда кажется легко, но на месте, мне кажется, это жестко. Можешь по-братски засечь так, чтобы я победил? А, братан, идешь по красоте? Ты весло забыл. Я считаю, что они вдвоем, это довольно круто увеличивает их силы, и получается тогда все вообще по-честному. Сколько? 3.38. Ну все, стоп. Все, сколько? 3.30. 12 секунд проиграл. Ну я второй хотя бы. Олег Крикет единственный, кто сидел спереди, поэтому он быстро развернулся и поэтому, ну... А, он наперед сел, он сел наперед, да. Вот это была самая большая ошибка, что, блядь, оказывается. Так. Коктейль называется Денник Бенемик. Так. Ну это лучше твой отдых, который был, или... А, нет, фонарь, конечно, лучше. Да, конечно, лучше. Вкус девяточка, смело. Да. Ёпт! Вот это коктейль. Чё, выиграл? Я выиграл. Да, он вкусный. Ура! Всё по маслу! Ну что, готовы? Очередной экстрим от команды. Ребята маньяки, здесь 20 метров, наверное, да? Конечно. Ты серьезно? Еба! Тимур. Как это высоко! Офигеть! Вообще красавцы. Сумасшедшие вообще в натуре! Тимурыч, давай. Подожди, а как правильно там прыгать? Я, блядь, даже не смотрел. Блядь, яйца не хочется отбивать, знаешь? Ты держи в кулачке.
Как страшно. Ну давай что-то как стекло. Че как баба разнылся? Да ты сам не прыгаешь, ты даже не готов. Ну у меня просто нога, видишь, у меня синий палец. Ребята, у меня есть отмазка, короче, если что. Короче, пока у всех очко жим-жим, ёба народ, короче. Полетел! Следующий. Кто-то, Олег, прыгай. Блядь, смел! Он спиной ёбнул? Ага. Бля, уже не так смешно, да? Бля, ну сейчас вообще мне нет желания. Ну, видишь, он левой рукой вообще не прыгает. Прикольно. Он перекрутил, бля, он не умеет возвращаться. Полетел! Снизь, снизь, куда? Красный, да? Потерпи. У тебя прям дрожит все, тебе очень больно, наверное. О, не, я честно падал больнее, намного больнее. Ты снял? Красиво было? Тимур, ты живой? Все нормально. Блядь, что-то не улыбаешься. Вот самое смешное, я прошу помощи. Он улыбает, бля, улыбаешься такой, помоги. Лодку мне! Я же руку поднял, руку. Я сюда так сказал, лодку. Да, он такой, лодку мне, я там тебя прикалываю. Всем привет, здесь я, Ида Галич и мои сучки. Йо-йо-йо-йо-йо. Меня зовут Ида, я люблю пирамиды, отдыхаю как хочу, потому что я могу. Йо, в этом слове закончилась рифма, давайте прыгайте. Йо-й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 о-
делает, ребята. Делайте, делайте так, а свои ставки. Подписывайтесь на мой канал, потому что я прыгну в воду. Что это было? Да, Ник! Да, Ник! Хорош! Это кстати, неплохо, да? Да. Это было клево. Давайте, я тоже. Давай, Сань. Я красиво пиздец. Отходите! Олег, у нас задача поймать рыбу, чтобы поесть. Сейчас? Ужин будет только то, что поймаем. Да, мы ничего не поймаем. Поймаем. С вами же профессиональный охотник. Даник. Ты В общем, ребят, сейчас будем ловить рыбу на донке. Это леска с крючком и с грузилом. Будем насаживать, скорее всего, другую рыбу, просто порезанную на более маленькие кусочки. И просто опускаешь на дно, подсекаешь. А кто поймает самую крупную рыбу, тот получит 500 покерных очков для финального турнира. А откуда я знаю? Вот так держи, она сама размотается. Вот так, бросай. Донка, мясо. Это называется донка в донка? России. Да. Просто крючок грузил. Здоровую рубу, поймем? Как да, я как раз размотать? Вот так ее держать, да? Смотри. Тимур. О, Да. О, поймал. Красава. Поймал? Да, 500, практически 500 фишек выиграл, потому что больше ни у кого не клюет. Ох, Группор, здоровый, хороший. Это было нормально, ребят. Рыбалка — это такая вещь, это удача, как игра в покер. Многое от тебя не зависит. Я не знаю, метр, не метр вообще. Опыт, конечно, решает, но не всегда. Знаешь, есть рыбу все-таки чуть-чуть приятнее, чем ее ловить. Да. Самое стрёмное — это сидеть у лунки, знаешь, зимой, когда нельзя туда вот говорить. А нельзя, что там, как карася какого-то жрут. Да, маленького. Наконец-то Афоня взял. Покажи. Просто весь корабль собрал. Афоня, может, это коралл Афоня? А, коралл, блядь. Вы что думаете, так просто, что ли? Она знаешь, она типа расслаблена, потом... С кем она разговаривает? О май гад! Все, моя рыба, блядь. Где наши крючки? Вот эта рыба вкусная самая. Ах ты моя, блядь. Сладенькая. Я, наверное, сочку чувствую.
Поймал, блядь! Screw an intro, Mr. Brand told me to spice it up. Как это Red Sniper, да? Red Sniper, да, это красный. Red Sniper, fuck shit, блядь. Дайте по нему. Стой, порвешь! Давай, блядь, пролезь! Прыгайте! Все, ребята, Ваня шел на второе место. Это огромная рыба! 500 за очков в семью. Офигеть! Вот это кто? Чисто по размеру. Ну, сразу побежал брать в руки. Вот это рыба. Вот такая, ребят, рыбалка на Мальдивах. Кстати, смотрите. Ну что, ребята, начинается Ghostbusters, или как там правильно? Мы едем на остров, на необитаемый, сейчас будем... Так, ты давай мою тему. Короче, сейчас будет очень страшно. Вау, вот это круто! Никого, чисто! Смотрите, какой краб! Смотри, лис! Мы будем готовить рыбу, которую поймали супер диким способом. У нас нет посуды. Да, из-за того, что очень сильный ветер, он вырывает яму. При этом он делает кокосом. Ребят, посмотрите, посвятите. Вот смотрите, как это делается здесь просто. Вот, ребята, подойдите. Смотри, он уже гриль практически сделал. Это Weber, гриль Weber, Вау! Мастер-класс, вот тебе. Не надо никакой палки. Да, нужно нож теперь вот сюда. Тык-тык. Ух ты. Давай. Давай? One more, может быть? Нет. Нет? With your light? О, вот это кладет. I've been quiet for too long. А какая самая вкусная рыба? Это три хорошие. Император, группа, снэпа. А вот это как называется? Это опа. I'm in need of a savior, but I'm not asking for favors. My whole life I feel like... Давай. Ну как, я сказал, погнали. Ты пробуй свою, давай. Ну как? Охуеть. Красавчики, пожалуйста. Очень вкусно, да? Да. Офигенно. Как тебе рыба, которую ты поймал? Она нереально вкусная. Ну, я такую вкусную рыбу нигде не ел. Наверное, потому что я ее сам поймал. Короче, все очень рады. Сегодня мы живем дикарем, сами поймали рыбу. Парни-красавчики, поймал первый, получается, Дима Масленников, второй Олег, Афоня и Настя поймала рыбу. Сами дикарем поймали, приготовили. Персонал тоже все нам сделал, помог. Для того, чтобы понять настоящие Мальдивы, нужно съездить в хороший пятизвездочный отель и обязательно провести ночь на диком острове. Мы все выжили после вчерашней тусовки на необитаемом острове. И сейчас мы едем в новый отель, он называется Лакс. Погода супер, все живы, здоровы. Тимур, спина нормальная, да, Тимур? Вообще готов еще сегодня разок прыгнуть. Есть кто живой? Сейчас сразу массаж ног там. Да не, не, все по старой схеме. На самом деле больше не будет такого, как он. Мы приехали в отель Лакс называется. Здесь очень крутой спа, который мы сейчас протестируем. Мы врываемся в отель Лакс, посмотрим, выживет он после нас. Ребят, кстати, на Мальдивах одни из лучших спа в мире. Здесь все мастера обучаются и ездят в Сингапур, ездят в Малайзию. Проходят обучение по несколько лет для того, чтобы начать работать в отелях Мальдив. Давай, не брат. Нормально, нормально.
Думаю, что это настолько крутой отель, что ты без желания не выполняешь. А что, желание сбывается на дереве, реально, 100%? Да, ну тогда сюда 2 миллиона подписчиков до Нового года. Это дерево желаний. Вот мое желание. Вот, надо повыше повесить, мне кажется, сбываются те, которые выше висят. Вау, там такой аромат, я уже почувствовала. А куда мы идем, ты не хочешь показать? Мы идем вот так, чтобы ножки были в тепленькой водичке. Давай, за прекрасный... Смотри, сколько рыбы, Настя. Ты да можешь... посмотри, рыба! Да за прекрасный отдых можно выпить, блин, за калифан. Да я охренел, в воду заходишь, рыбы смотришь. Вообще снял все не так, как я хотела, блин. Я хотела красиво снять, а ты вон какую-то фигню порешь. Ладно. Ребят, смотри, сколько рыбы. Блин, что ты все портишь все время? Давай. Давай. За красивый кадр сними, типа я такая в море, типа все красиво. Запомни, это моя раковина, это твоя раковина. И дальше, Саша, у нас есть туалет. А, это душевая. Посмотри, сколько она петролинное, блин, стекло, что я даже не поняла, что это стекло. Отпечаток остался. Я просто сквозь него пошла. Ванна. О, да, посмотри, какая шикарная ванна. В общем, мы пришли на ланч. Как будто. Я просто не особо люблю морепродукты. Давай я сожру, короче. Можно я твои съем? Нет. Короче, мы пьем шампанское, пьем розе. Давай, Андрюха, луксори. Мы пропагандируем луксори жизнь. Саш, мы опаздываем на спать. Чем позже мы приедем, тем меньше. Садитесь, ребят, быстрее. Ты что, уже угнал? Погнали, погнали, погнали. Спа в другой стороне. Когда не спрашиваешь, что разрешает. Only 10 meters for the video. 10 meters. I don't go this way. Please. Топи, блядь. Yes, спа на воде, это вообще огонь. Тимур уже сидит. Ой, здравствуйте, как у вас холодно. Прямо дворец красоты какой-то. Вау. Окей. Вау, смотрите. Вот это офигеть. Посмотрите просто, как здесь круто. It's 4 in the morning, been up for days, but the bottle's still pouring, oh love. Вообще, ребят, мальдивская спа – это какая-то магия. Я второй раз, и второй раз я засыпаю. Я засыпаю до того момента, пока не начинаю жестко храпеть. Ну, я не стал снимать сам процесс, потому что столько мелочей, которые очень крутые, и это прям вот действительно искусство. Для того, чтобы это понять, вам просто нужно приехать и попробовать это на себе. Я эту колоду карт, вот эту, разбрасываю на дно бассейна. Ваша задача – нырять за ними и собрать комбинацию. Так, Афоня выигрывает, а пока Афоня лидирует, у него зверит. У меня три, сынок. Вот так вот. Вау, это каре! Офигеть! Олег, это же нечестно было, ты пол колоды собрал и выбрал. 4, все, ну какая разница, я выбрал. Верни,
рэпер. Я считаю, слишком долго задержится на одном острове один день. Надо сваливать. Надо два острова в день. Два острова в день, да, надо. Новый стайл. Мы сегодня уже на другом будем, да? В другом отеле спать. Мне нравится. Пока. Обязательно сюда вернемся. Пока. If I said too much, I know you're mine to lose. I had some dreams and said some things to you. Это новый остров, и мы причаливаем. Отель на Мальдивах, если кто не понял. И он переполнен, здесь куча китайцев, а китайцы в говноотели не ездят, они ездят только в суперкрутые лакшери. Где, перебью? Я слышал, что это лучший отель на Мальдивах. Назови три отеля, в которых ты был на Мальдивах. Озен, Лакс и этот лучший отель. Я еще не знаю, как он называется. А, Лили Бич. Сейчас заселяемся в самый крутой отель на Мальдивах, который два года подряд занял первое место. Погнали. Ууу, так холодно. Так. Две кровати. Туалет прямо на улице, ко мне тут никаких дверей, ничего. Тимур, ты когда в туалет пойдешь? Сниму, блядь. Стал папарацци. О, здоров. А если ты будешь какать сидеть, я смогу так снять. Ой, здорово. Ты такой молодец. Там были, знаешь, как морской огурец, типа член такой. И он серьезно в форме члена. И он такой, как бархатный. Ну, сами знаете, что с ним там делать. Из него жидкость такая вылезает. Короче, жесть. Но он такой странный такой. Много всего видел. Я подумал, ну нахер этот подводный мир, там такие твари плавают. И еще я понял, что с ластами я быстрее них даже. Здесь, я так понимаю, система шведский стол. О, здесь есть рыбка разная. Кстати, видите, они почему-то хвостов, именно половина тела лежит. Говорят, что в хвосте могут водиться черви, поэтому обрезают рыбу так. Возможно, может быть, я не прав. Жир вообще. Калифорния, Филадельфия. Все, как я люблю. Ой, как пахнет все. Сифуд лемонграсс. О, вок можно сделать. Смотри, набираешь, вот ты хочешь курочки, берешь вот сюда, свежий. Набирай. Да. Да. Клади. Ты типа набираешь? Это все сырое. Вот, это кабачки, там прочие грибы можешь положить. Мясо где-то. Причем белые грибы, заметь, не обычное говно, а белые грибы. Это белые грибы. Да. Вот. Окей. И отдаешь ему, и он тебе готовит сердце с макаронами. Это вок называется. Дела. Да. Карангцы, смотри, какие. Он другой, он один другого сразу. Ребят, смотри, какие карангцы. Смотри, как он прям. Такой атлет прям. Колючка и что, больно? Убьет. Бля, а чем мы так не сделали? Смотри, сколько мурен, я такой. А мурен реально опасный? Да. Да? Ну вот они кусали у меня знакомого. И что, больно? Соски ему откусили. Your words, let me down real easy.
привет. Это Тимур Сидельников. Короче, ребят, мы сейчас находимся на Мальдивах. Нас разбивают на две команды. В одной из команд будет Тимур, в другой я. И мы решили сделать такой небольшой челлендж. То есть у нас задача найти самый дорогой предмет в отеле, в интерьере или неважно в чем, да? Ну, в интерьере, в номере, вокруг номера там вообще, да. Вот, да, то есть... Говорят, отели прям вообще супер крутые. Я думаю, там по-любому есть что-то прям очень люксовое, супер дорогое. А проигравший выполнит следующее наказание. Он должен будет снять влог из футболки с именем противника. Типа будет написано «Канал Тимура Сидельникова The Best». Все. Посмотрим, чем этот отель нас удивит. Ребята, в фоне меня называют карасем, а Настю акулой. Не знаю, с чем это связано. Но я не карась. Ого! Я не ожидал. Офигеть! Ты сразу, а прикинь, какой у вас номер. Офигенно. Прикинь. Шампанское. Шампанское, фруктики. Вообще, ребят, нам дали виллу на воде. Вот видите, вымывает здесь берега. Это как Кукуаре. Здесь бар. Эти виллы находятся на воде, поэтому здесь как-то уединение такое. Вот по типу дубайских пальмы сделаны. Окей. Сейчас зайдем к этой пиране и посмотрим, как у него выглядит его номер. Так. Ну, кровать, как у меня, в принципе, обычного. Все стандартно. Здесь огромное, бля, чего вот ванная такая какая-то, да? Такая, ну, не... Каменная, потому что каменная, брат. Пиздец, Басик, а если бы он был бы прозрачным еще, то цены бы не было. Раз, давай, готово. Два, три. Ах ты, блядь! Скажите, пожалуйста, а что у вас самое дорогое в интерьере? Вот мне нужно найти какую-то дорогую деталь в интерьере. Нет, у нас просто спор с блогером. Он поехал в другой отель, он там ищет самое дорогое. Кто выиграет, тот будет ходить в майке, подписываться на канал другого. Вообще, ребят, спрашиваю персонала, никто не знает. Все говорят, обращайтесь на, типа, на центральный офис, и вам там, возможно, подскажут. Первое, что мне подсказали, это генератор. Я не знаю, является ли это интерьером, но это вещь самая дорогая здесь. Square feet. Square feet. А, в общем, ребят, смотрите, вот эта стойка, и это все сделано из ракушек, поэтому это очень дорогое. Один квадратный метр вот этой ракушки стоит 3000 долларов. Вот это примерно 30 тысяч долларов. И здесь like stand. Yeah? То есть она, смотрите, и здесь также сделано. То есть 20 умножаем на 3000, это 60 тысяч долларов. В общем, пишу Тимуру. Тимур, что ты снял? Он пишет, да, ничего, за 4000 камеру. А я снял вот этот замечательный бар. И, скорее всего, я выиграл. Что, ребят, вот он Тимур, и сейчас мы узнаем, кто же все-таки выиграл, а кто проиграл и будет носить футболку. Тимур, ты предоставляешь мне первому шанс сказать тебе? Видишь, у меня даже камеры нет в руке. Серьезно? Да, вижу. То есть ты ничего не нашел, да? У нас на острове не было абсолютно ничего. Вообще? Остров 250 квадратных метров. Нет ничего вообще. Понятно. Ну, я, короче, нашел стойку бара, которая сделана из ракушки и стоит 60 тысяч долларов. Стойка бара? Да. С ракушки. Чего? У нас даже еды не было, ты понимаешь? Да ладно. Нормально, да. Че, говно остров? Я хотел с ужина уже просто уйти, потому что... Мы заказали, ну, то есть, во-первых, мы тут только заказывать нужно было, а-ля карта. Но нам приносили еду полтора или два часа, вот такое. Жесть. Ну что, извини, тебе не повезло. Я футболочку тебе сделаю, размер мне потом скажешь, да, Тимур? Ну, учитывая, что я вообще ничего не ел, у меня теперь на размер меньше будет.
Ребята, все готово для финального турнира. Кто-то уже занял свои места. Так называемые счастливые. Нам мы им покажем. Да, Дим? Мы покажем? Давай 50 на 50 поделим. Давай. Если выиграет. Да? Давай. Ну что, ребят, вот она, финальная игра. Пожелайте мне удачи. Я пошел. Рейс 500. Ты видел, как я? Ты видел, как я? Мама Ида, давай, давай. Главный приз, за который борются ребята, это поездка на остров Хайнань на 7 ночей. На 2 человека в супер спа отель 5-звездочный. Так что есть за что побороться. Игра на коляске. Сердце вообще ку просто вот так сейчас. Да, да. Я предлагаю отрезать руки Тимуру. Давайте, давайте закончим. Жестко, жестко, жестко. Саня первый. Внимание, решающее. Мы должны открыть. Все. Саня, поздравляем. Ида, не плачь. Ты молодец все равно. Ты вышла в финал. Что, она выдержит? Да честно, это нечестно, потому что никогда не играла в покер. В общем, ребята, я выиграл турнир. Можете меня поздравить. Это было сложно и в то же время легко, потому что многие ребята не умели играть, но при этом было сложно их разгадывать. Хочу сказать о том, что Покердом для всех моих подписчиков дает бесплатный бонус на игру в покер. Вы можете перейти по ссылке в описании, зарегистрироваться, написать техподдержку, вам выделят определенное количество денег, на которых вы можете поиграть, и в случае выигрыша вы можете эти деньги спокойно обналичить, забрать себе или играть дальше. Вот, а также будет специальный турнир, который будет доступен только по этой ссылке. Будут играть не только мои подписчики, но и подписчики других блогеров, которые были здесь. Поэтому регистрируйтесь, это будет фановая, прикольная игра. Я тоже постараюсь принять в ней участие и поиграть вместе с вами. Да, ребят, вот так как я победил, я предлагаю, либо мы отдаем Изи, либо разыгрываем так. Ребят, кто за то, чтобы отдать приз Изи? Давайте. Все, давайте. Ида, поздравляем сразу. Ида получает главный приз. Так, по-честному. Главный приз предоставлен туроператором Русь Тур. Я так и знал. И это подарочный сертификат на офигенный отпуск. Длиной 7 ночей на острове Хайнань в 5-звездочном спа-отеле. Ребят, спасибо огромное, это очень круто. Поздравляем, Максим! Ребята, это очень круто, если вы хотите, мы реально можем давайте отдохнуть. Новый отель Four Seasons. Прокачаем его по полной, потому что проект практически подошел к концу. И еще мы хотим закопать для вас бутылку с деньгами и с пожеланиями, посланиями от каждого блогера. Мы закопаем ее в Four Seasons. Какой Four Seasons, не скажем. Вы уж сами там разберетесь. Посмотрите, как это круто. Не знаю, видно что-то или нет. Мы сейчас напишем каждую бумагу, в которой будет послание тем людям, подписчикам, кто найдет нашу закладку с деньгами. Мы пришли на секретный пляж для того, чтобы закопать для вас бутылку. Не знаю, он так менеджер отеля сказал. Поэтому вы можете прийти и спросить, где секретный пляж. Здесь находится большое дерево вот такое. И мы под ним сейчас сделаем закладку. Здесь рядом Афонин на барной стойке. Сделаем закладку, в которой будет, во-первых, все письма от нас с нашими пожеланиями тебе, тому, кто найдет эту закладку. И второе, здесь будет от Покердома $1000 для игры в покер. Здесь есть код, но я его вам не покажу. И, соответственно, письма я тоже не читал. Тот человек, который это все найдет, выложит это в сеть, и это будет прикольно. Это камушком сверху. Все, ребят, желаю вам удачи. Я надеюсь, вы найдете эту закладку и получите море эмоций, потому что мы старались, писали. Вот. На этом, кстати, ребят, выпуск заканчивается. И наш проект тоже заканчивается. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом у меня все. Всем удачи и пока.